12 декабря Фонду содействия предпринимательству Тверской области исполнилось 14 лет. За этот период суммарная поддержка малого и среднего предпринимательства региона составила 15 с небольшим миллиарда рублей. Подробности об этом рассказывает наш корреспондент. Сегодня главная задача Фонда содействия предпринимательству Тверской области заключается в обеспечении предпринимателей региона доступным заемным финансированием для их успешного развития. Так, с момента основания фонда было выдано более 2000 займов на сумму 3 миллиарда 600 миллионов рублей. По деятельности предоставления поручителей за субъектов малого и среднего предпринимательства, то есть мы обеспечиваем их кредиты в коммерческих банках, мы обеспечили сумму кредитов на сумму более 11,5 миллиардов рублей. То есть суммарная поддержка фонда за 14 лет помогла привлечь в экономику Тверской области более 15 миллиардов рублей. Так новым продуктом «Стабильный бизнес» воспользовалась Ольга Сизова. 5 лет назад начинала печь торты и пирожные на заказ дома. Когда поняла, что в обычной квартире все продукты и оборудование не помещаются, сняла помещение. Затем решила открыть настоящую кондитерскую. Соответственно, и оборудование нужно настоящее, профессиональное. Поэтому Ольга и обратилась в Фонд содействия предпринимательству. С помощью фонда я смогла купить очень нужное оборудование, которое помогает нам и повысить качество нашей продукции, увеличить объемы. Вот мы купили и шоковые заморозки, камеру, да, хорошие, очень высококачественные морозилки, посудомоечную машину тоже такую вот хорошую. А от программы займов «Старт» не смогла отказаться Ольга Игнатьева. Ольга более 10 лет назад мечтала о создании своего косметического бренда. И вот с января 2022 года ее мечты превратились в реальность. И все это благодаря Фонду содействия предпринимательству. Была мечта такая, найти вот свой идеальный крем, чтобы он прежде всего подходил мне по моим запросам и параметрам. Займы и поручительства, предоставленные по льготным условиям, позволяют бизнесу развиваться более динамично, расширять производство, арендовывать новые помещения, покупать дополнительную технику, что впоследствии благоприятно воздействует на экономику региона. Хотел бы выразить благодарность нашим предприятиям, которые в это непростое время вносят вклад в развитие национальной экономики. Стабильно работающая экономика позволяет качественно и своевременно выполнять наши бюджетные обязательства. Сегодня фонд предлагает самые комфортные условия для развития предпринимательства в рамках государственной поддержки бизнеса.